Так, я закончил с топхельмом. У меня получилось пробить его передней лобовой детали, но сталь даже не разошлась, просто видно, что появилась трещина, но отверстия, дырки нету. Также я смог оторвать вот эти перемычки от верхнего края и здесь обнаружил трещину, которая появилась вследствие нашего краш-теста. После таких повреждений обязательно нужно шлем починить, приварить, порихтовать, и дальше можно с ним выходить в бой. Здесь у нас бассейнет Грифон, у которого верхняя часть купола сделана из 2,5 мм, а нижняя часть приварена, и там 2 мм. Это обеспечивает меньший вес, при том, что все самые сильные удары, которые приходят в первую часть, они будут лучше блокироваться. Толщина забрала 1,8 мм. Это сталь 65G с закалкой. Мы сами делаем закалку и опытным методом нашли, насколько нужно отпустить сталь, чтобы она уже не была хрупкая, но все равно оставалась твердой. То есть самое главное при закалке, чтобы шлем не трескался, чтобы он мялся, но не трещал. То есть трещать он будет в самых крайних случаях, когда критично сильные удары проходят по вашей голове. Итак, я нанесу 20 ударов турнирной линейкой, которая, кстати, уже погнулась от первого краш-теста. Особых повреждений нету, разве что царапины. Какие-либо вмятины у меня получилось оставить здесь. Меч пришел в плоскость перпендикулярно и хорошо передал инерцию. Следующий этап — 20 ударов фальшиона. Итак, смотрим, вмятины уже более ощутимые. Также я специально бил в забрало такими ударами, чтобы оно приходило в края глазниц. Вот вы видите, как оно гнется. Вот такие получились вмятины на куполе. Так, кстати, появилась трещина на ребре забрала, на глазнице, при хорошо акцентированном ударе. То есть, повторюсь, если бы там не было наваренного шва, то вмятина была бы глубже. В принципе, вот эти перемычки и кнопка — это слабые места в шлеме. Если специально целиться в них, их можно сломать. Особенно топором.
Итак, одним из ударов мне удалось срубить кнопку. Я специально ударил возле нее. Вот, она погнулась. Ага. Так, она вроде бы не выскочила. То есть не поломалась, просто открылся забральник. Ну, сейчас мы, наверное, не закроем его. Удар был вот возле кнопки. Он погнул купол и отодвинул пружину, которая фиксирует забрало. В таком положении забрало будет болтаться, и вам нельзя продолжать бой, потому что легко может открыться. Но мы делаем отверстие внизу забральника для того, чтобы вы могли застегивать шлем, если идете в серьезный бой. И тогда, если вам выбивают кнопку, у вас все равно ремень держит забрало. Так, вот такие повреждения остаются после топорика. И последний этап — это удары гранд торсиона. Я проведу 10 ударов. В принципе, сейчас мы наблюдаем повреждения на том же уровне, что и с топором. Но здесь в центральный наносник четко пришло 2 или 3 удара прямо в него. И он не вырвался. То есть наносник выдержал и не потрескался. Именно для этого мы делаем наваривание. Мы провели честный краш-тест. Я нанес множество сильных ударов, которые усилены тем, что я был без доспехов, а это повлияло бы на силу и точность ударов, а также шлем надет на неподвижное бревно, которое вкопано на метр в землю. Поэтому такая деформация и поломки вполне характерны. Вмятины на куполе топхельма и бацинета не будут вам мешать использовать его в бою, но вмятины сахарной головы уже не позволят такого. Если вдруг вы получили такие удары, когда шлем был на вас, срочно бегите к врачу, а потом чинить шлем. Что же касается надломанных перемычек, ни в коем случае не надевайте такой шлем. Или срежьте их, или почините, так как они могут выгнуться от удара и направиться в глаз. Отмечу, что те трещины, которые вы можете наблюдать на фото, отличаются от тех, что возникают на слишком твердо закаленном металле. Шлем должен гнуться, а не трещать, и только при очень большой деформации может появиться трещина или разрез.